Следователь Сергей Мелешин расследует дело о гибели своего школьного друга, сценариста Кирилла Медведева. Члены съемочной группы утверждают, что пистолет заряжен не был. Ну что, пистолет бутафорский. Пиротехник Глинков сообщает Мелешину, что его начальник Гарипов занимается переделкой газового оружия на боевое. Короче, я давно знал, что Гарипов стволы точит. Кинооператор Успенская не хочет показывать кинопленку со съемкой сцены, предшествовавшей убийству. Зачем вам? Там же ничего такого нет. Ну что ж, дорогие друзья, давайте еще раз помянем Кирилла. Он был высоким профессионалом, а это очень важно. Любил жизнь, жизнь не жалел. Извини, Леночка, любил женщин. Поэтому жил ярко, по-киношному, красиво. Я бы даже сказал, стильно. Любил сюрпризы. Ну да, сюрприз. Смерть на съемочной площадке. Далский детектив. Давайте не будем заговаривать, а помянем его. Давайте. Вечная память. А вы же следователь, да? А, так а вы выяснили, почему вдруг этот пистолет выстрелил? У нас, говорят, ведется следствие. Отрабатываются различные версии. Раз в 100 лет и реквизит стреляет. А какие версии вы еще отрабатывали? Несчастный случай. Самоубийство и другие. Что вы несете? Какое самоубийство? Самое настоящее покушение на убийство. Ну ты даешь. Какое же это покушение? Ведь Кирилл реально убит. Люда! Покушение. Так, ты понимаешь, что я сам себя чуть не выстрелил? Меня хотели убить! Не надо. Сам себя выстрелил! Но ведь не выстрелил. Да успокойся. Люда! Люда! Не ты меня! Тихо, не надо со мной спорить, ладно? Все, все, брейк, брейк, брейк. Меня тост. За Кирилла, за его рукописи, которые не горят. Кстати, он написал замечательный сценарий. Он, правда, его не закончил. Ну давай, Мелеш, за медведя. Давай. Это сколько же мы не виделись, да? С 10-летия выпуска 5 прошло. Я не был на 10-летии. Знаете что, ребят? Я бы еще 5 лет не виделся, чем вот так. Так, ребята, огурчики. Как люди поймемся. Знаете, за что давайте выпьем? Сегодня только за Кирилла. Держи. Да, конечно. Пусть земля ему будет. Сегодня мы хороним первого из нашего класса. Кирилла Медведева. Странно. И непривычно. Кажется, мы не должны умирать вообще. Ну вот. Так выпьем за того из нас, кто умрет следующий. Господи, дать фон на тебя? Не, чтобы он, этот следующий, чтобы он не торопился с этим. Чтобы мы встречались друг с другом не на поминках, а вообще бухали по разным поводам. За долгую жизнь, короче. Ну, то есть у тебя же... Давайте. Ты чего не заходишь? Соседи вроде. Да так как-то. Беготня. Но ты, если чего, знай, я всегда рядом. Цыган. Мелешка. Ты давно медведя-то видел? Мне он так понравился в классе. Такой был. А он мне сегодня приснился.
в любимом белом пиджаке за 1000 евро. Улыбался. Как всегда. Пижон. Не. Мачо. Вы не поверите, а я предчувствовала. Вот только он взял пистолет, меня прям жар ударило. Я даже закричать хотела. А я вообще ничего не видел, понимаешь? Ничего. Я только потом уже услышал, как. Аленочка, если бы закричала, мы бы тут не сидели бы, да? А у нее все сякось-накось. Когда нужно молчать, так ей рот не заткнешь. Ужас. А вам, Людмила Андреевна, лишь бы гадость какую-нибудь сказать. Люся, тихо. Ну все, молчу. Ужас. Даже представить страшно. Представить это как раз легко. Я что-то такое подобное предполагал. Ну и чё, до сих пор в ментовке? Как ты там уживаешься? Ну, кто-то должен охранять покой добрых граждан. Знаю, как вы там охраняете. Ты как думаешь, медведь застрелился или несчастный случай? Нет. В самоубийство я не верю. Что, по медведь? Нет. Я разберусь. Я все раскопаю. Если там что, я, блин. Ребят, ну вы чего? Да нормально. А? Нормально все. Кирилл вспоминает. Почему вы предвидели? Он что, говорил что-нибудь такое? Постоянно. Перманентно. Я бы даже сказал навязчиво. Понимаете, тут такая штука. Каждый пишущий человек создает некую другую реальность. И эта новая реальность материализуется. Вот. А он-то что в последнее время писал? Только самоубийство. Причем такое, эффектное, на людях. Так сказать, навязчивая тема. А вы же знаете, как у нас говорят. Какую тему выберешь, так и проживешь, да? Да, глубоко. А может и наоборот. Надо вообще без темы быть. Так спокойнее. Ты бы помолчал же вчера. Тихо. Тут художники разговаривают. Ладно, Витек. Не важно. Да, просто так. Так что понимаю, Витек, мне тоже не сладко. А кому здесь сладко? Здесь сладко кому-нибудь? Я вам бабки принес. Я вам всем работу дал. Я медийный, а вы меня грохнуть хотели. Затянул по новой. Как же мне это все осточертело. Заткнись. А мы как раз Сайнекс тогда снимали. Первый да? раз такое случилось. Слышишь, этого так просто оставлять нельзя. Так напился, что дорогу домой не найдет. Не волнуйтесь, я на такси, я его подвезу. Давай, давай. Одна, боюсь, не справитесь. Знаешь, какая она справлялка. Так в чем же вопрос? Помогите. А вот куда бы без нас, без мужчин, а? С вами места. Перестань. Не надо. Спасибо, я справлюсь сама. Руки убери. Стыда. Держит меня. Так, ребята, проходите. Сейчас мы будем веселиться. Сюха! Я уложу. Я уложу. Держит меня. Налью воды. Зачем воды? Не водочки! Так, сначала разденемся и баньки, ладно? А, будем играться с тобой. Вы дайте еще дочки расстегнуть. Чего? Хватит. Ну да. Хватит. Все, все, все. Я раздевать буду. Ложись. Витя. Витя, я уже знаю, сколько лет Витя. Прошу тебя, Витя.
Ты знаешь, что этот человек спас меня? Никто из вас не пришел, успокойся, а он пришел и спас меня. Успокойся. Ой, слушай, дай мне его выпить. Это на утро ему. Вырубился. Это ваш друг? Вы хотели спросить любовник. Вы ведете очень тщательное и глубокое расследование. Извините. Экс-любовник. Бывший. До свидания. Останься. В смысле? Со мной. Товарищ Шерлок Холмс, а ты, оказывается, Соня. Я думал, ты мне приснилась. Интересно, и кто кого соблазнил? Хорошо. Начала я дальше. Как солнечный удар. Бунина читали, да? Так, пару раз напрашивали. Знаешь, для мента ты как-то подозрительно начитан. А я не мент. Кто же ты? Оборотень в погонах, а? Точно. В погонах. И без штанов. Вся посуда грязная. Слушай, Ксюша, деточка, сдается мне, что ты, моя милая, мне рога наставила. Представляешь ужас? Пиво будете? Сушняк мучил, и сны такие снятся, будто я в пустыне, эти кэмелы с горбами. Выйди, пожалуйста, мне надо одеться. А кого ты тут стесняешься?
мы теперь тебе оба не чужие. Да, и отец. Злые вы, ребята. Злые и скучные. Все, ухожу, 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 ухожу. Ухожу, ухожу. И как мне ее теперь подозревать? Ведь она может быть причастна к убийству. Надо было все-таки ко мне ехать. Сереж, ты тут ни при чем. Хотела ему настроение испортить. Посмотри на него. Разве ему можно испортить настроение? Ясно. Знаешь, ты извини меня. У меня последние дни такие сложные. Вся эта история еще с Кириллом. Надеюсь, я тебе помог. Правда, ты не дуйся. Ну что, позвонишь мне? Посмотрим, что они снимают. 395-1. Начин! На старт! Внимание! Галь, давай к нам! Прыгай сюда! Ой, мальчишки, что-то мне не хочется. Залезай к нам, или мы тебя устроим где Нептуна. Я и купальник забыла. О! А тут никого и нет. А вы? А мы можем отвернуться. И глаза закрыть, правда? Не, я буду за ней подглядывать. О, мы тебя устроим. Пусть уж лучше смотрят. Ты кофе пойдешь пить? Что это? Покажи. А, ну это то, что мы снимали. Последний сценарий Медведева. Да. Как все начиналось и чем все закончилось. Это ж мне должны были, понимаешь, меня. Провидец. Великий провидец. Подожди. А что в сценарии? Убийство? Самоубийство? Да это, понимаешь, не просто самоубийство. Это очень длинная криминальная цепочка. Так, понимаешь, в двух словах не расскажешь. Кирилл говорил, что было какое-то реальное дело, потом это попало к нему, он это все переосмыслил, как-то придал эту художественную форму. Какое реальное дело было? Слушай, там у нас консультант на картине работает. Вот ты его спроси, он все знает. Пойдем кофе пить. Начали. Галка, выходи. Сколько же можно? Я то не затащу, то не вытащу. Посуду черли я мою. Ой, ребят, водичка, парное молоко. Да открой ты уже наконец чертову банку. Ого. Хорош пялиться. Действительно, хватит. Секс-бомба. Перестань пошлить. Это не пошлость, это правда. Аппетит разыгрался. Куда вы смотрите? Я не понимаю. О, давай садись. Та-да-да-да-да-да. Та-да.
Слышь, начальник, а ты человека смог убить? Не знаю. И я не знаю. Ой, ё. Но если так в состоянии эмоционального аффекта, наверное, смог. Слушай, следователь, а вот ты на Ксюшу запал или так? Папеньки завертел? Актеры все такие вдумчивые и прикливые. Да мне вообще по барабану. Просто у тебя начинает самое то. Ксюша такая штучка. Все жилы из мужика вытащит. Стерва. Ты что напрягся? Да я вообще не напрягаюсь. Надоела она мне. Ты представляешь? Урожать мне стало. И с тобой ведь переспала. Назло мне. Вот ссылка. Ладно. Я дружу. Ксения угрожала Максимову? Она подменила пистолет. Да. Сережа, это я. Знаешь, я хотела тебе сказать... Мне с тобой было не просто хорошо. Мне кажется, я в тебя влюбилась. По-моему, ты говоришь мой текст. Да, потому что не дождалась реплики от партнера. Вот так все девушке приходится делать самой. Ну ладно, оборотень. Желаю тебе новой звездочки на погонах. Все равно ты хороший. Пока. Так, займемся делом. Что там дальше в сценарии? Опять дети? Ты же детектив писал, медведь. При чем тут дети? Милешин. Привет, это я. Мы нашли пальчики на патронах. Это Гарипов. Гарипов и все? А Ленькова там нет? Нет. Угу. А пистолет? А на пистолете вообще никаких, только самого Медведева. Понятно. Ты помнишь тот ящик с оружием, который стоял на сцене во время съемок? Ну? Там должен быть лишний пистолет. Ага, вот так вот просто. Вот так вот просто. Значит, поезжай, найди его и сразу сними отпечатки. С него и со всех остальных. Ищем пальчики того, кто мог подменить пистолет. Понял? Понял, босс. Жду звонка. Давай. Я все равно найду медведь, того, кому ты помешал. На Эйзенштейна. Это который теорит относительности, что ли? Нет, это которая теория монтажа аттракционов. Аттракционов? Парк культуры Горького, что ли? Ну так едем. Ну садись, дорогу покажешь. Сюда. Да перекопано там, два раньше пройдет. Ага, ладно. Куда? Куда? Отец, ты чего, дурел, что ли? А ну плати. А то сейчас монтировкой по твоим аттракционам. Ты убери железяку-то, на всякий случай убери. Сейчас достану. А что, в машине не мог достать? Знаю я вас, из машины и ходу. А потом лови. Я тебе не мальчик. Неудобно, сиди, доставай. На, хватит, нормально? Вполне. А что, часто кидают? А то. То деньги фальшивые сунут, то сбегут. Ты все-таки с железякой, ты отец. Поаккуратней. Да это я-то припугнуть только, ты не боись. Ага. Ну давай. Давай.
господин штабс-капитан, разрешите доложить. Вольно, подпоручик. Ну что, заключение экспертов готово? Вот. Простите, можно на секундочку? Извините, вы переходите на художественную литературу, да? Неужели вы нас покидаете? Вы что, уходите в большое кино? Не юродствуйте, прапорщик. Что вы, я никого не хотел обидеть. Просто, знаешь, вот смотришь иной раз, ну такую клюкву покажут. Ну такую клюкву. Пришли бы ко мне и сказали бы: брат Трошкин, расскажи, как есть все на самом деле. Расскажи правду. Понимаешь? Я бы такого рассказал. Но ведь не приходят. Не приходят. Не приходят. Не приходят. А я пишу не за гонорары, мне не надо денег. Я просто от души так бы взял бы и рассказал все на самом деле, как... Кстати, звонили из больницы, Гарипов твой очнулся. Наконец-то. Дай-ка. Извините, пожалуйста, можно я почитаю? Я никогда не читал киносценариев. Давай, великий читатель. Спасибо. Ильяс Гарипович, к вам посетитель. Ну-ка. Ну, все в порядке. Ну, успокойтесь, вам нельзя сейчас ни двигаться, ни волноваться. Если что, звоните, я на посту. Хорошо. Ах ты, цаца какая, а? Это она меня спасла. Чудо. Ну, как вы? Плохо. Очень плохо. Я ж тебе тогда сказал, что это Леньков. Да, но вы не волнуйтесь. Ну как не волноваться? Он меня чуть не убил, а я не должен волноваться. Ну давайте все по порядку. Что там произошло ночью в пиротехническом цеху? Ну как что? Прибежал Леньков, стал драться, потом собака стрелять стал. Что, вот прямо так вот с порога начал драться? Да он фашист. Он же людей не любит. Меня в первую очередь не любит. Ты же видел, у него боевые патроны. Да. А Леньков говорит, что это патроны вы ему подсунули. Он убийца, а ты ему веришь, да? Он меня стрелял, а ты ему веришь, да? Вот тут такая история, Гарипов. Так. На патронах обнаружены отпечатки пальцев. Так. И эти пальчики не Ленькова, а ваши. Откуда? Не знаю. Чудо, наверное. Кто был в цеху ночью еще, во время драки? Мои друзья, земляки. Имена, фамилии, адреса. Слушай, я устал. Давай, Баркетман, устал я, не могу. А что вы делали ночью в цеху? Работал. Что, стахановец? У меня проблемы с женой. Интимного характера устраивает? Не устраивает. Следствием установлено, что вы в своем цеху занимались изготовлением боевых пистолетов и взрывчатки. Такие слова доказать надо. Уже. Читать можете? Ну, могу. Ты че, такой крутой мент? Всмятку. Хочешь бесплатный совет? Давай. Ты лучше не трогай моих друзей, проблемы будут. А теперь я устал от вас, Гарипов. Официально вам сообщаю, что вы проходите по делу, как один из подозреваемых. Оставляю вас на свободе под подписку о невыезде на некоторое время. С огнем играешь. Кому ты делал оружие на студии? Никому. Счастливо оставаться. Я только один сделал. Кому? Ну, поверь, только один. Кому? Медведеву. Не завидую тебе, если ты мне сейчас соврал. Thank you.
Гарипов сделал пистолет Медведева. Значит, все-таки самоубийство. Не верю. Алло. Да. Лен, это Милешин. А, Сереж, здравствуй. Лен, я по делу. Послушай, нам в квартире Кирилла нужно кое-что посмотреть. Лен, ты меня слышишь? Ладно, приезжай, обыскивай. Тем более, что моего разрешения на это не требуется. Подписал ордер или как там у вас? Лен, ну зачем ты так? Часа через три тебя устроит? Да, конечно. А, Людмила Андреевна, здравствуйте. Привет. А я как раз насчет пленки. Какое совпадение? Что, не готово? Срок ведь был. А у нас в стране что-нибудь делается в срок? Ну, ведь обещали. Да, до задницы их обещания. У них на день 100 пятниц. Хорошо, может, надавить на кого-то? Да бесполезно. И вообще, что вы здесь крутитесь? Я же вам сказала, что сообщу. И что интересно, вы хотите увидеть? Это кинопленка, ясно? Не видео. Мы снимаем один кадр. Ауткамера до стоп. Вы ничего интересного не увидите. Фон провалился и все. Куда провалился? Не досветили, суки. Эй, нет, здесь курить нельзя. Вас сейчас заметут. А вас? Меня? Юнкер! Вы мне вещдок до дыр не зачитали ли? Нет, нет, нет. На. Забирай. Ты знаешь, вообще даже интересно. Что, очередная клюква? Нет, в том-то и дело. Никакая не клюква. Я это дело немножко помню. Какое дело? Ну вот это, которое в сценарии. Его в свое время Лицкий. Это наш Лицкий из прокуратуры? Ну, можно сказать, наш Лицкий из нашей прокуратуры. А, громкое дело, хочу сказать, тебе было о школьных друзьях-товарищах. А, ну, золотая молодежь, так сказать. Так вот, я тогда с Лицким пересекался по экономическим преступлениям. Короче говоря, мужик он правильный. Рекомендую. Переговори с ним сам. А мне пора в дежурку. Будь здоров, я пошел. Начали! Держись, Гай, все будет нормально. Где нормально? Уже больше 5 часов топаем. Это уж точно. Значит так, садись. Я хочу жрать, и я никуда не пойду. Я умру здесь. Ну что же вы? Я тоже больше никуда не пойду. Нельзя, нельзя, нельзя. Надо держаться вместе, только вместе. Все вместе. Мы умрем здесь все вместе. Подохнем в это Подмосковье, где мы заблудились. Что ты несешь? Сколько человек проживет без еды? Да что ты говоришь? Никто не умрет. Мы еще будем 100 раз вспоминать и смеяться. Ага, смеяться. Смеяться. Мне уже смешно. До чертиков. Да что вы как дети. Я вас выведу, я вам обещаю. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Пусто. Пойду там посмотрю. Что, Антон, что-нибудь нашел? Никаких. А соседи зачем позвали? Так положено, Лен. Ну, расположено. А у тебя? Лен, ничего интересного.
Здравствуйте, это Ксюша. Меня сейчас нет дома, если хотите, оставьте свое сообщение. Не уверен. Но очень хочу тебя услышать. А еще больше увидеть. Ты знаешь, так странно. Я все время забываю, что Кирилла нет. Хожу, что-то делаю, думаю. И все вроде по-старому, как будто ничего не случилось. А потом раз, а Кирилла-то уже нет. А? Я прошу прощения. Можно вас на минуточку? Меня? Да. Скажите, здесь что? Там его личный ящик. Он закрыт на ключ. У вас ключи есть? Нет. Это его личный ящик. Нет, ну если вас интересует, то взламывайте. Представляешь, какие последние его слова были мне? Ленка, нажарь сегодня вечером картошки. Так хочется жареной картошечки с солеными огурчиками. Представляешь, и больше ничего. Какая-то картошка. Глупость какая-то. Совсем не глупость. Он все время рассказывал, что ты жаришь картошку каким-то совершенно особым способом. Сергей! Что это? Разрешение на газовый пистолет. А пистолет? А пистолета нет. Лен, а что, у Кирилла был пистолет? Был. Газовый. Зачем? Ну, я не знаю, зачем. Но он говорил, что у мужчин должны быть такие же игрушки, как у детей, только настоящие. А где он его хранил? Да валялся, где попало. Он выносил его из дома? Брал иногда. Тебе придется с нами проехать. Слушай, Сань, дай-ка пушку свою. Пушку дай. Это еще зачем? Ну дай. Ну надо. Всеобщее разоружение, подпоручик. Да. Не слышал? Ну, чего накопал? Сам не верю. Все сходится, номер сходится, а не верю. Чего ты интригуешь? Сам заинтригован, как ПТУшница. Так, как думаешь, для познания хватит? Я думаю, не хватит. Ты знаешь, возьми у Чапая, у него именной. Ага, и так сойдет.
Нет, штабс-капитан, я думаю, не сойдет. Здравствуйте. Можно автограф? Ну, сядь уже, а? Есть, ваше высокобродье. Лен, ты только не волнуйся. Сейчас ты посмотришь пистолеты. Если какой-нибудь узнаешь, скажи, ладно? Но я не разбираюсь в пистолетах. Вот и хорошо. Просто посмотри, хорошо? Ладно. Ну, вот это похож. Можно? Бери. Это пистолет Кирилла. Сереж, откуда он у тебя? Сереж, откуда здесь пистолет Кирилла? Я ничего не понимаю. Из этого пистолета Кирилл застрелился. Что это значит? Это значит самоубийство.